Сейчас у нас после поклевки плановый перезавоз. То есть я не перезавожу удилище, пока не происходит поклевки, если, конечно, это не сутки. То есть, ну, там, понятно, утром перезавоз, освежить как-то насадку, освежить ловлю, освежить прикормку. Ну, вот, но в целом в течение дня я ничего не дергаю, ничего не трогаю. То есть удилище стоит в правильной точке, я это знаю, правильная подача насадки, правильный корм. Осталось только дождаться подхода рыбы. И чем чаще бы, например, я дергала эту удочку, переставляла ее, перезабрасывала, тем, возможно, я бы уменьшила свои шансы на то, чтобы получить поклевку. Вот, поклевку мы получили, и теперь можно делать перезавоз. Вот, для этого мы освежим насадочку на поводке нашем. Этот поводок сработал один раз по амуру, но у амура губа твердая, и после поклевки имеет смысл освежить крючок немножко. Это не помогает в том случае, если крючок уже тупой, вот, но в том случае, если это одно вот так вот вываживание, то буквально несколько легких движений точилку, и крючок будет снова, да, вот он абсолютно полностью острый. То есть этот поводок готов к тому, чтобы ловить рыбу дальше. Длина поводка порядка 20 сантиметров. Крючок Gardner Muga 2, с ним действительно происходит минимум сходов, практически никогда. Сечет он отлично, и крупного амура, и крупного карпа. С четверкой вот уже, к сожалению, сходы амура происходят. Насадка. Это Boil Yes, такой же точно, какой мы подаем в корме. Вместе с поп-апом Pineapple Banana. Снеговики. Но насадка одинаковая на обеих точках, на обеих удилищах. Корм одинаковый, насадка тоже. Но никаких экспериментов по комбинациям, по еще каким-то вещам, ничего такого не делается. Потому что нужно, как по мне, придерживаться какой-то выбранной стратегии своей ловли. Я выделяю здесь еще одним попапчиком Plum Shellfish, который здесь хорошо работал. Ну, в принципе, вот такая вот желто-белая шляпка на бойле, которая аналогична кормовому, вполне выполняет свои функции. Сейчас мы готовим поводок. Будем завозить на дальнюю корягу. Докармливать там же обязательно. Потому что предыдущий амур, судя по всему, съел абсолютно все, что мы ему там предложили. Я ловлю без стиков, когда в летнее время, когда вода теплая. То есть у меня не стоит задача, чтобы у меня поклевка произошла быстрее или поймать больше рыбы. Но мне хочется дождаться свою рыбу. В идеале крупную. Поэтому вот ловля такая неторопливая, более-менее деликатная.
Насадка достаточно крупная, чтобы они беспокоили карасики, всяческие тузики. Волос вот примерно такой длины. Стопорочек проходит вдоль изгиба крючка. Насадка его не цепляет. Ну, как показала практика, это такая средняя длина волоса, которая в большинстве ситуаций хороша. Ну и поводок порядка 20 сантиметров. Поводок в оплетке. И порядка 1,5-2 сантиметров участок от оплетки свободный. Дробинки здесь нет. Но если бы у меня происходили какие-то неправильные засечки с двойкой, тогда я бы здесь поставила дробинку, потому что реально получается немножко более агрессивная засечка. Вот такой поводок. Такой же точно поводок у нас на втором удилище. В общем, он готов к завозу. Теперь сам монтаж. Монтаж снова без всяческих изысков. Достаточно длинный литкор, где-то сантиметров 70-80. Безопасная клипса. И на этой безопасной клипсе грузила элеватор. Форма элеватор, которая быстро поднимается к поверхности. Все-таки вблизи коряк идет ловля. Груз тяжелый. Действительно, здесь 150 граммов. Элеватор для того, чтобы качественно засекать крупного амура. Вот. Но и не только для этого, а для того, чтобы на нашей дистанции под большим углом оснастка лежала уверенно на дне и не скользила при ловле на натянутых лесках. Вот так. Сейчас я также подготовлю корм к тому, чтобы делать завоз удилища. И будем его устанавливать. Ну вот действие, которое повторяется при каждом перезавозе оснастки, это докармливание точки. Докармливание каждый раз одной и той же прикормкой в одном и том же количестве, поэтому я это покажу один раз и больше останавливаться на этом не буду. Как я уже говорила, мы ловим в корягах, мы ловим в доме, поэтому во внесении большого количества корма или там кучи мелкой фракции смысла просто нет. Весь корм состоит из двух основных элементов, это пелец и бойлы, и для дополнительной там привлекательности я заливаю это дело жидкостью. Вот сейчас будет реальное количество прикормки, которое я дам на точку, наверное, даже пару раз, потому что сейчас я буду заливать жидкостью, пусть оно там все пропитывается. Дальше. Это крупный пелец халибут 16 диаметра. Ну да, это далеко не на один раз, потому что буквально здесь пару горстей идет этого корма при завозе. Следующий элемент — это бойлы ЕС. Это такой сладкий сливочно-кремово-ореховый бойл. В общем-то, он очень тяжело мне дался. У него долгая история вообще в целом. Он начинался с такого простого аттрактивного варианта с ароматизатором ананасом на бирдфуде и все. Вот. Но потом мне захотелось сделать из него все-таки настоящий пищевой бойл, который сможет удерживать там рыбу трофейную на точке или позволит мне ловить с ним на одном том же водоеме, а не просто там какой-то быстро аттрактивный. Поэтому дальше он усложнялся. И, собственно, пришел к тому, что есть сейчас. Вот это такой сложный составной бойл с бирдфудом, орехами, молочными протеинами, водорастворимыми ингредиентами, которые дают такой сигнал в точке яркий очень, но при этом натуральный. Почему, собственно, так много по диким водоемам, наверное, отзывов, поскольку это реально вот такой пищевой сигнал. Кроме того, бойлов, ну, как и у всех тех, которые я делаю, текстура очень мягкая, поэтому этот бойл работает быстро, отдает все, что в него заложено. Ну и, собственно, действительно рыба видит в нем пищу, источник пищи, охотно их принимает. И это очень здорово. Вот буквально такая вот маленькая коробочка, она заполнена пелецом и бойлами. Здесь мне хватит на как минимум 3 докорма моей точки. Здесь порядка 500 граммов, может 700 бойлов и пелеца. А дальше все это дело мы зальем жидкостью. Черный бетаин. Это натуральный бетаин, полученный из сахарной свеклы. Вот буквально немножко. Здесь дозировка до 30 мл на килограмм. Но передозировать его невозможно, потому что это натуральная жидкость. Закроем. И дадим ему немножечко постоять, пропитаться. Вот так красиво это выглядит. Ну и рыбе тоже нравится.
Ну все, отправляемся к нашей коряге. В надежде на поклевку очередного трофейного красавца. Хотелось бы увидеть рыбу 10+, и на этой рыбалке тоже. Сейчас на водоеме полный штиль. К вечеру наступил. Днем дул ветер такой приличный в сторону вершины. Как-то дождь собирался вокруг, ходил, судя по всему, он все-таки где-то прошел, потому что перестало парить, стало не так жарко. Было очень жарко днем. Сейчас удобно плавать, удобно точно ставить оснастку. Вот обратите внимание, какой угол ловли от нашего места. Здесь сейчас не видно, слева от меня стена камыша сплошная. Нет доступа к воде. И такой сумасшедший уклон, склон, спуск, на котором, к сожалению, лагерь ну, никак не расставишь. Так, вот, собственно, заветная точка. Я ставлю оснастку, наверное, метрах в 5-3, вот так вот от коряги. Я специально стала подальше, для того, чтобы разлет этих гранул был пошире. Вот метров 3-5 от коряги. Ну и дальше возвращаемся на наше место ловли. Ничего больше делать не будем. Такой амур подарил мне кучу адреналина. Небольшой, я думаю, может, в пределах 5 килограммов веса, не больше. Моя собака лает на рыб, она их боится. Ну, в общем, вот такой герой, который подарил мне массу положительных эмоций. Это снова дальняя коряга. Что-то наша левая коряга молчит. Ну, может быть, принесет что-то утром или ночью. Thank you.
Мощная рыба. У нас поклевка с наступлением темноты. С нашей дальней коряги. Замечательный амур, который покатал меня на лодке по водоему. Получается, что во время вываживания леска обязательно цепляется за какие-то ветки. И, ну, вот только один раз получилось вываживание с той коряги с берега. А вот это второе с лодки. Казалось, что рыба маленькая, когда я вываживала. Вот, но он вымотал мне все силы, нервы. И зашел в подсак раза эдак с шестого. Очень мощная рыба, очень сильная, классная. Вот такой. Ох, не хочет. Вот такой трофейный амур. Покатал меня на лодке. Снова сработал ЕС, выделенный по папам Pineapple Banana. Ну вот ради такой рыбы и стоит выезжать. Вообще, ради такой рыбы, собственно, все и происходит. Отличный амур. Очень-очень сильный. Еще раз повторюсь. Долгое вываживание на воде. И все-таки он здесь и позирует для вас. Мы уже взвесили его. Чистого веса в нем 12 килограммов. Рекорд по амуру он не перебил, поставленный здесь в прошлом году. 13. Но был очень близок к тому. Вот такая чудесная, сильная боевая, практически дикая рыба. Хочется сказать все-таки, вот ценность такой аборигенной трофейной рыбы, которая здесь выросла, которая ведет себя реально как дикая, которая по факту есть дикая, эта ценность очень велика. Карпу для того, чтобы вырасти до размера 10 килограммов, нужен не один год. И удовольствие от процесса поимки, от вываживания этой рыбы, наверное, я не знаю, одно из самых эмоциональных событий, которые можно себе представить. Поэтому хочется напомнить, что все-таки карпфишинг, самое основное его правило, единственная, пожалуй, обязательная его часть, это отпускание вот этой трофейной рыбы. Берегите ее, цените ее, оставьте ее для себя же, для того, чтобы поймать ее в следующий раз. Неважно, на каком водоеме вы находитесь, там, на подобном этому, где можно забирать все, или на спортивном, где за вами смотрят в бинокль. Мне кажется, что именно основная, главная суть карпфишинга в том, чтобы отпускать и уважать рыбу, которая дарит вам незабываемые эмоции от своей поимки. Поэтому отпускайте рыбу. Всего хорошего и до новых встреч!